Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». И как видите, мы уже припарковали нашу машиночку. И сейчас мы идем в торговый центр, на наш любимый магазин. Да, девочки? Да, мамочки, идем. Так, ну что ж, давайте-ка продвинемся в наш любимый магазин. Бегом, давайте. Мама, я не могу быстро. Давайте, идемте. Ух ты, как здорово, магазинчик. Здрасте. Здравствуйте. Ого, как тут много игрушек разных. Ой, фигурки Гарри Поттера. Да, мы их даем покупателям. Как, так скажем, за определенную сумму. А, ясно. Ясненько все. Так, поняшки. О, здравствуйте. Так, тут всякие аксессуары, колечки. А, мебель всякая. Ну, это все для нашей мамы. А для меня... О, поньки. Ой, дочь. Здравствуйте. Так, ой, доченька, не... Ой. Вам тележку? Да, мы возьмем, пожалуй. Та же мама нам же нужна, но... Да, возьми, лишним не будет, как говорится. Так, давай, дочь, пошли. Я еще хочу много чего купить. Мне, кстати, нужно нам мебель поменять, поэтому я иду в мебельный. Здравствуйте. Так. А вот и мебельный. Какие тут красивые стульчики, точнее, и туалетненькие столики. Мам, я пойду себе аксессуары посмотрю тогда. Ну и пони. Да, ты хорошо отучилась в школе, может, все и пони там, и, ну, короче, понабирай. Так, только следи за нашей сестренкой, а то она... Понаберет себе еще чего-нибудь лишнего. Да, буду следить, а то она в прошлый раз понабрала. Надеюсь, истерику не будет делать. Ох, я надеюсь. Ладно, ты за ней следи давай, а я мебель выбираю. Так, сейчас. Мадам, можно вас? Да, конечно. Можете подсказать? Да, конечно, вот это там со скидкой. Ой, ладно, они там пока что пусть разговаривают. Я пойду себе выберу украшений там всяких. Да, тут ожерелья всякие. Ой, какое ожерелье! Все, я это ожерелье себе беру. Ой, какое красиво, надо взять. Все, я беру себе вот это ожерелье и пойду посмотрю что-нибудь еще. В мебель. Да, все что-то смотрят. Так, а я тоже, пожалуй, не буду в сторонке стоять. Ай, посмотрю что-нибудь. Так, это платье слишком велико, зато со скидкой 50%. Да, там показаны некоторые платья. Скидка 50%! 50%! О, какое платье. О. Да, поэтому оно тоже со скидкой. Так, колечко, очочки. Маска для сна. Вот это я хотела. Но у меня, конечно, уже три их. Ну нет, не улетай. Но я хочу разнообразить. У меня и желтенькая, и розовенькая. А вот голубенькой не было. Ой, нет, я не хочу сейчас ее одевать. Так, значит, наряд. Мне в школу нечего. Так, возьму-ка это. Примерю. Так... Как продвигалось дело у мамы? О, да, шикарно, я его беру. Беру, оно еще и со скидочкой причем. Да, это идеально. О, кстати, принцесса, я вам еще забыла сказать, что когда вы берете... Так, я его не против, да? Когда вы берете вот этот туалетненький столик, то вам в подарок дается... Секундочка. Вам дается подарок вот эта вот... корона-расческа. Ой, я тут немножко уронила. Это не я была. Отойдите. Это я. Ой, уже моя прелесть. Стойте. Это была не я. Ой,
господи, как я тут все повалила. Та-да-та-да. Ничего же не было, так, в принципе, не скажешь, что кто-то что-то уронил. Та-да-та-да. Так, ну, короче, вы поняли. Так как оно очень красивое и изумрудное, и причем, ну, так как вы еще со скидкой берете, то вам будет в подарок идти вот такая красивая корона. Да, тем более, я его беру. А мне сейчас или доставку? Хотите сейчас? У вас есть какой-нибудь транспорт? Да, конечно, я на машине приехала. Шикарно. У нас есть помощник, он вам поможет это донести до машины. Да нет, спасибо, я же единорог, у меня аликорн, у меня и руки есть, я могу магией. Ой, да. Хорошо, тогда вы, значит, сами сможете, да? Да-да, я все смогу. Хорошо, тогда приятных вам покупок, а я пойду. Если возникнут вопросы, то вы это меня спрашиваете, хорошо, да? Так, все, я одела, вот какая у меня красивая юмочка, да, я ее тоже беру. Так, ну, в принципе, больше из аксессуаров ничего не надо, у меня все расчески есть, все это есть, поэтому все хорошо. Хотя вот чубчики, ну, блин, они мне очень понравились. Сейчас примерю их. Ну, как вам я? Красавица. Да, я их тоже беру себе. Ой, они мне очень понравились. Да, все. Мама! Да, дочь, чего-чего? Ты себе выбрала уже это, да? Да, вот, положи маму, пожалуйста, на тележку. Давай. А ты, мама, себе что-то выбрала? Да, я выбрала тебе туалетный столик. А, да, у меня же новый, да-да-да-да-да. Хочешь, посмотрю, я не знаю, конечно, должно тебе понравиться, ты любишь. Да, разве? Ой, какой красотулечки, да, еще из короны подарок. Да, мама, мне нравится, можешь точно брать, ну, я его и так беру. Ой, какую пони взять? Какую пони взять? Сестра, какую мне пони взять? Ты меня что спрашиваешь? Я не знаю, там, ну, допустим. Ты знаешь, у меня только две пони, и то я даже не разбираюсь, кто из них кто. Ой, сестра, тебе так надо долго все объяснять. Ну, ладно. Смотри, вот блестящие, они редкие и красивые. Но в то же время они не очень красивые. Ну, возьми, не знаю, там, вот эту оранжевую блестящую. Она не нравится мне. Господи, возьми вот эту белую. Она некрасивая. Ну, возьми вот эту красивую девочку. Это мальчик. Ой, ну я не разбираюсь в них. Ну, возьми вот эти вот маленькие себе пони. Ну, маленькие, ты чего, сестра? Они вообще сейчас... Ну, хотя да, маленькую возьму. Так вот, какую бы взять? Мальчик мне не нужен. Ой, принцесса Каденс тут есть, оказывается. А Райлити у меня уже есть. Я возьму принцессу Каденс. Мама, я себе взяла пони. Молодец, хотя... Доченька, ты, конечно, прости меня, но я тебе не куплю пони. Ну, почему? Мам, почему? Просто как бы, как тебе бы сказать, две причины. Они такие не очень приятные, но ты уж извини меня. Ну и что за причины? Во-первых, я потрачу деньги на то, чтобы купить твоей сестре туалетный столик. Ой, так, нам еще надо тратить деньги на ремонт комнаты твоей сестры, поэтому давай пока что я тебе не буду покупать пони. Мама, купи мне пони, а то я очень разозлюсь. Дочь, нет. Прости, давай я тебе куплю, зайду в следующие выходные. Но это же недолго. Я хочу сейчас, ребят. Мама, я хочу сейчас пони. Нет, дочь, ну пожалуйста, ну положи. Нет, дочь, положи. Нет, я тогда беру. Все, я скупаю магазин. Скупаю. Этих беру, этих. Этих тогда беру. Этих всех, всех пони. Всех пони беру. Все игрушки, все вещи. Вот эти даже. Куда вы их берете? Мама, леди. Зачем вам столько пони? Это я, это сестра. Я хочу все пони. Ясно вам, я хочу всех пони. Так, модели, прекратите себя так вести. И, пожалуйста, уберите все пони на место. Берите себе определенное количество. И, пожалуйста, не скупайте весь магазин. У нас же еще есть покупатели. Дочь, а ну-ка положите. Вообще никакую не разрешила покупать. Так, скажите, какая тут такая, ну, дешевенькая, так скажем. А,
так, секундочку. Так, вот это вот рарити, она самая дешевенькая. Причем, если вы купите этот туалетненький столик... Да я поняла, со скидкой. Ну да, да. Да не хочу, она у меня уже есть, мама. Я хочу вот эти все пони, и чтобы они у меня было много. Дочь, хватит. Ну, хотите, я вам сделаю скидку на все пони? Да не нужна мне скидка. Я просто не хочу покупать пони. А, тогда я вам, простите, ничем не могу помочь. Уберите, пожалуйста, ладно, за собой. Не уберете, будет плохо. А вот эти вообще их нельзя покупать. Их только выдают на кассе. Поэтому сейчас надо их всех поставить. Ой-ой-ой-ой-ой. Да уж. Какой вы хаос устроили. Так. Так, ну вот я все убрала. Фуф, хоть таких, надеюсь, больше клиентов у меня не будет. Мама, мне нужны эти пони. Ну, дочь, ну давай хотя бы я тебе, мам, может быть, потом их и куплю. Ну, не всех разом, а потихонечку будем их собирать всех. Ты же, в принципе, так и хотела. Мама, я хочу всех пони. Ты меня разозлила, я хотела одну, а когда ты сказала, что нет, я хочу пони. Дочь, нет, все. Бери вот эту врагите и идем. Да есть она у меня. Ну, другую пони, ну, прости, ну, Каденс, она дорогая. И причем, я же сейчас говорю, мне не жалко было бы, но просто нужны деньги на ремонт твоей, на ремонт комнаты твоей сестры. Ладно, я... Продавец. Да, какая у вас еще дешевая есть? У нас есть еще пони, вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, из больших только. Ну, хоть из больших уже какую-нибудь давайте мне дешевую. Ну, так. Так. Сейчас я все вам пробью в базе данных. Так, есть. Какая? Вот это вот. Какая? Вот это вот. Она изумрудненькая такая. И она подходит по цвету вашего столика. Да, господи, что же у вас все под столик-то? У нас магазин все под столик. Да, только у вас написано почему-то Ponyland. Они все под столик. Ну, это для вас. Ну, хорошо, мамочка, можно тогда мне эту пони? Сколько она стоит? 500 рублей. Ну, хорошо, давай, бери. Ой, я тут немножко посорила пони. О, мама, мне нельзя пони или можно? Ты хочешь себе пони? Ну, можно. Маленькую только какую-нибудь. Маленькую. Да я вот эту очень хочу рарить. А, ну, ее, конечно, доченька, бери даже. Бери тогда еще одну. Что? Что-то? Что? Две? Мне? Да не тебе, а ей. Ну, в таком случае я возьму, не знаю, мне кажется, вот эту. Хотя нет, мальчиков я не хотела никогда. Я возьму еще большую пони тогда. Ну, вот эта, она красивая. Хорошо. Ладно, надо все расставить. Ладно, доченьки, идем. Идем, мама, идем. Большая очередь, и то один человек. Давайте-ка поставим. Так, и станем в очередь. Дочь, идем. Мам, а можно еще кое-что посмотрю? А что ты именно хочешь? Да там одну вещь. Ну, хорошо. Там просто Хэллоуин осталось. Ну, дочь, ну, у нас же уже Хэллоуин прошел. Ну, я там хочу кое-что купить. Какое яичко красивое. Сейчас, продавец. О, продавец, мисс. Да, извините, я просто задержалась. Что это вообще такая за игрушка? Мне просто очень яичко понравилось. Я сейчас расскажу. На Хэллоуин, там же всякие страшилки, не страшилки. И это яичко там с сюрпризом, там, типа дракончик, там, ну, игрушечный такой дракончик такой. Он размером чуть-чуть побольше пони ваших. А какого процесса, так скажем, его появления? А, да вы просто его, типа, должны кинуть в водичку, ну, точнее, вы его должны помыть как обычное яйцо, потом просто его согревать,
А как? Ну, полотенце заверните на 5 дней, и у вас как-то должно это яйцо раствориться, что ли, я не знаю. Ну, и у вас будет игрушка. О, я тогда его беру. А сколько он стоит? Стоит 300 рублей. О, чудесно. Мама, я еще яйцо возьму. В смысле яйцо? У нас на яичнице яиц много. Да нет, это игрушечное яйцо с Хэллоуин. Там маленький дракончик игрушечный. А, ну ладно. А сколько стоит? 300 рублей. Ну, хорошо. Так. Ой, ой, пожалуйста, можно мне вот это ожерелье? А, он мне очень нравится. Да, конечно. Так, с вас всего 5 тысяч. Ой, конечно. Все, до свидания. А пакет не нужен? Да, нет. Тра-па-па-па-пам. Так, следующее. А, мы... Так, мы покупаем вот это все и плюс еще вот это яичко. Ага. А, ну мы еще этот стол там, вот это все. А, так, стол, значит, вам сейчас со столиком завернут. Только сейчас вот эту коронку. Я ее пробью. Хорошо? Хорошо, давайте. Бик. Бздык. 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 Так, сейчас. Бздык. И бздык. А яйцо еще, да? Угу. Ай. Бздык. Бздыщ. Ой, моя косуль. О, я у вас скидку обнаружила. И вам дается что-то из вот этих. Ну, выбирайте персонажа. А одного или двух? Пик-пик-пик-пик. Одного. И именно на товар яйцо. О, получается, это дочь выбирает. Ну, мам! Дочь, я тебе купила. А, ну, я вот эту девочку хочу взять. Хорошо. Пип. Так, вам в пакетик? Да, мы сейчас все сложим в пакет. Хорошо, все, спасибо за покупку. Всем пока. Так, до свидания. Все, так. И всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки! Всем пока! Пока-пока!